магазин такой, можно сказать, сувенирный. Не сувенирный, а флоридский. Вот красивая лампа какая. $300. Красота. Ой, красота. Все такое, что только это у нас называется Florida Room. Флоридская комната. Ну, то есть это выход на backyard называется, то есть на задний двор. Везде, ну, в домах здесь. У кого есть, у кого нет, но в основном есть. Нет, не в основном, но так. Половина домов есть, половина домов нет. И вот там такое ставят. Пеликаны. Тут еще вот эта вся эта ерунда называется сигначур. Ну, то есть... Сигнатур – это подпись. Лента из ракушек сделана. Какая красота. Все здесь дорого будет. А, да нет, $10 штучка из ракушек. Ну, а это... тетенька этот самый прошла, посмотрела. Я базарила, она меня раз посмотрела, что я тут делаю. Это которая продавец, не эта тюненька. Смотрите, вот эта лампа на уродство, да, такое. Ну что, это плетеное все, корзиновое. И там что-то вставлено. Вот. Так, про что я говорила, я забыла. Меня перебила. А, сингачур, это там авторские. Имеется в виду авторские работы. Ну, то есть художник сделал, как видит, эту корзину плетеную. Так он ее и сплел. Не он именно сплел, а заказал, ему сплели. Вот. Таким образом. Ну, такое украшение для дома. Лампы все вам никак не покажу свои. Но я не закончила. Я же собираюсь закончить. Уже 3 месяца их делаю. Вот. Ну, наверное, же сделаю когда-то. Так, одежду будем смотреть или нет. Нет, одежду там стоят продавцы. По какой-то причине не хотят снимать люди, народ. Такая мебель. Такое все, знаете. Здесь даже вон эта примерочная комната есть. Так, одежду надо посмотреть. Там придется стоять, с вами не получится. Ну, вот такой флоридский сувенирный. Не сувенирный, а флоридский магазин украшений. Розовый фламинго. О, свечи есть. Но свечи здесь будут не натуральные, электрические. Ага. Свечи электрические. Такое. Морские коньки, вот эти морские кони, рыбки, как они, морской конек называется. Черепахи, рыбы, черепахи. На улице вот эти повесите, будут будить, если сильный ветер, знаете, да? Они в магазинах у нас очень дешевые, есть и сделаны металлическими, не такую ракушка, как здесь, не ту ракушка, не ту пластмасса. От ветра упадет. Ну, есть такие крепкие, да? Но вы не представляете, какой шум от них. Поэтому еще покупать или не покупать, подумайте. Балабульки вот эти, которые балабулили. Великаны картины. Ничего, ни одна вещь я не видела, чтобы заострить внимание. Такое все на картонках. Ну, на деревяшках сделано, не на картонках, на деревяшках.
здесь вот что-то такое. Ну, может, у кого вот Florida Room, оно в этот флоридская эта комната, так оно там эти окошки, может, как украшение, как для дизайна можно их поставить. Конечно. Вот. Ну, в общем, вот такое вот. 1700 стол, с ума сойти. И написано Beach House, Beach Home. Это пляжный дом. На столе написано пляжный дом. Вот такие магазины везде на югах есть. Они у вас на югах есть подобные. Может, там пеликанов меньше будет. У нас же пеликан — это символ этого. Символ Флориды. Пеликан. Угу. Вот. Вот эти фонари все ставят на патио. Ну да, эти вот на задние балконы, на передние балконы. $109 фонарь. Там свечку ставишь внутри. Вот. Такие дела. Так, ну что. Yes. Смотрите, как у нас красиво. Очень ветрено сегодня. Так ветрено. 30 апреля. Вот здесь не то река себе, не то канал, не то. Но тут не море, тут что-то такое поменьше там. И не пляж. Да, лодочки. А, ну да, этот залив или канал. И вот так народ тут кушать. Looks like a lot more people wanted a drink too. Yeah. Well, they're sucking them down, boy. Yeah, listen, a lot of people. But I don't want to in hot area where it's open. Uh-huh. Actually, for me, does not matter. Maybe open, but windy, very windy. Очень ветреный день сегодня. Прямо мотает эти бедные пальмы. Видите, вот там крутит их. Машин полно, остановились люди, есть в ресторане все. В ресторанах вот там на берегу. Там такие рестораны, типа это. Такое прибрежные забегаловки. Мне всегда как-то это напоминает вот в Крыму. Вот почему-то не на Кавказе, там где вот Сочи, да? Вот что-то крымское. Вот вам не напоминает, когда вы смотрите. Что-то так вот немножко. Ну, в те времена, конечно, когда сейчас, я не знаю, как там это выглядит. Вот. Что-то мне так напоминает. Энди мотает бедные пальмы. Бедные пальмы. Это... А, нет, это какой-то этот... Постоялый двор, он у каждого это. Мотел. А здесь no parking, listen. Ой, мама, what is it road here? No, listen, maybe on the right where we pass over there. Right? Where we were eating last time, no? Easy, easy. Coming some. Bike. This was a bad idea. Yeah, listen, let's find another place, huh? No parking. I can park here. This one. And go walk over there, very far away. Breakfast, where you wanna go? Breakfast, beer and wine. Why no people here? Yeah, sort of. No, it's not such a good thing. There ain't no people there. It must be expensive or something. Yeah. Something wrong. Впереди грузовая машина. Открыла. А, нет, но она закрыла, там закрыто внутри, но первое вот это помещение открыто. То есть люк там открывается, мусор насыпается. Так, это те, которые собирают мешки. О,
домам ездят. Вот, а за мусор в Америке вы платите, понимаете, да? Ну, так как везде, во всех странах. Ну, сколько мусорка? Да, наверное, может, долларов 60 в месяц. Honey, how much for trash you paid, for example, a monthly payment in the United States? Ну, like $70 per month, right? Pick up trash in houses. Он не знает. Короче, где-то так, где-то 60-70 долларов, может, не знаю, сейчас, но примерно так. Не смотрела никогда. Оно включается там вместе. Обычно да нет, не вместе есть, там это статья расхода, но отдельно пишется, но там вместе просто оно все завязано за дом, поэтому не скажу точно. Ну, примерно так. То есть, до хрена, девочки, мальчики. Если в переводе на русские деньги, до хрена. $70. Это сейчас, ну, не знаю, 6 тысяч рублей, да? Ну, черта себе, девочки.